Скретчи побежали, нам с тобой нужно понять, почему мы из этого дома телепортировались в обычную пиццерию. Отцепи меня от удочки, Пёша, зачем мы опять пришли в этот дом? Мы отсюда выбрались и слава богу, все, пойдем отсюда домой. Потому что мы сюда пришли, потому что не просто так мы с тобой здесь провели ночь. Я видела всяких страшных аниматроников ночью. На самом деле было только Фредди. Но неважно, мы с тобой должны понять, почему ночью сюда являются страшные аниматроники, хотя днем был нормальный, адекватный Фредди. Я хочу пойти и все разузнать. Надеюсь, этот самый Фредди, Мишка, который добрый и угощал нас пирожками и т.д. и т.п. остался здесь. Да ты издеваешься, что ли? Давай, пожалуйста, пойдем домой. Но это вообще уже не смешно. Быстро постоянно... иди ко мне. Ну-ка, все, на поводочек. Все, давай, побежали, побежали, не выпендривайся. Офигела, что ли? Господи, Фредди! Не бей меня. Извините, пустите, пожалуйста. Мы хотим это... Смерть либо печеньки. О! Дверь в этот раз открывается. Погоди-ка. Эй, аниматроник, Фредди, мы знаем, что ты живешь здесь. Дай-ка. Я дверь закрою, это как-то неприлично. Да, цепи огня, иду, что... Да погоди, ты не мешай, видишь, я пытаюсь сосредоточиться на важных делах. Вернись обратно. Не смей убегать. Ты на удочке. Отцепи и вернусь. На удочке, все, побежали, нам нужно с тобой разгадать ту тайну. Я должна найти этого самого аниматроника Фредди. Он все должен мне рассказать, почему, когда мы съели печенюшки, нам стало с тобой плохо. Эй! Тухлятина, холодильник воняет. Все, один. О, печеньки, 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 печеньки. Не ешьте печеньки. В прошлый раз нам стало плохо. Все, давай, иди со мной. В прошлый раз мы пирог ели, а не печеньки. И что, нам надо обследовать с тобой полностью весь дом. Наверняка где-то. Да он тебя шило в одном месте, что ли? Погоди, дай я тебе скажу. Мы с тобой должны сегодня обыскать весь дом и попробовать найти этого Фредди, чтобы он нам все объяснил. Ты меня понял? Ты понял нашу миссию? Понял, да ты убери от меня эту штуку. Да не отцепишься ты никак. Все, давай, побежали. Нам с тобой. Отцепишь меня, и тогда я буду тебе помогать. А так я буду сидеть на холодильнике и все. Ладно, все, только не ной. Побежали. Нам с тобой нужно разделиться и быстренько обыскать дом. Кто дверь закрыл? Че? Привет. Хочешь конфеток? Я хочу конфеток. Скретчи, тут, короче, аниматроник, он конфеты предлагает. Давай. Пойдем отсюда, да какие конфеты? Конфеты дает. А они бесплатные, дядь? Да, бесплатные, мисочка, тебе. Все, я забрал, валим, ласка, валим. Давай, валим, валим. Стоп, зачем, дядя, он все... Я забрал, можете еще дать? Да, конечно, можно. Это все мне. Не бери, нельзя. Че, почему нельзя? Нельзя у незнакомцев конфеты брать. Какой незнакомец? Я его знаю. Это марионетка. Детишки, хотите поиграть? Поиграть? Я хочу поиграть. А в какие игры будем играть? Давай поиграем в прятки. Смотрите, я закрыл дом, и вам надо найти три ключика. Три ключика? Зачем нам искать три ключика? Чтобы выйти из дома. Вы ничего не сделали. Мы что, из дома теперь выйти не можем? С плоском валим отсюда, пока не поздно. В смысле не можем выйти? Серьезно? Мы не можем выйти? Не понял. Ой-ой-ой. Ага, то есть двери сменились на железную. И чтобы оттуда выбраться, нам серьезно нужно найти ключики, да? Ой, погоди, ну а что нам поделать? Смотри, если мы сейчас с ним поиграем, то, возможно, он нам расскажет все секреты, как оно что работает, и т.д. и т.п. И откуда вообще вот ночью приходят вот эти вот страшные аниматроники? Ты зачем на конфеты вообще согласилась? Ну ты поняла, что ты наделала? Ты мне не выйдем отсюда, и мы все умрем. А конфеты откройте. Тут при чем? Зато смотри, мы будем с тобой с кайфом сидеть здесь и ждать утра. Наверное, утра. Либо просто найдем ключики, которые... Но они какие-то стрёмные, они в форме сосок. Так пососи. Не хочу, я хочу жевательную. Ну вот жевательная, смотри, она в этом. Ладно, вот, тогда это моя миска. Все, ладно, давай искать уже ключи какие, три ключа. Да погоди, какие ключи? Марионетка, ты можешь это прийти к нам? Мы хотим у тебя кое-что уточнить. Марионеточка. Да-да, послышу. А ты где? А я везде. В смысле везде? А можешь выйти? Нам как-то неловко говорить, когда мы тебя не видим. Выйди. Да что ты все жрешь и пьешь, чайман? Нам... Ой, привет. Слушай, а ты нас точно не съешь? Я подумаю. В смысле подумай? Он прикалывается наверняка, Скретчи. Он наверняка прикалывается, не бойся. Валим, валим, куда валим? Валим? Дверь закрыта. Слушай, марионетка, а давай с тобой это договорился, вот только чтобы без всякого кидалого. Слушай, у тебя такие пронзительные глаза. Мне так страшно, если честно. В общем, что хотел спросить. Смотри, ты сказала, если мы три ключа найдем, тогда ты нас отсюда выпустишь, верно? Да. А где эти ключи искать? Горячо-холодно. Он пропал. Я люблю горячо-холодно, я профессионал в этой игре. А то, что он пропал на твоих глазах, тебя это никак не смутило? Это аниматроники. Тут, кстати, морковка такая вкусная, свежая, прям вообще. Ты ешь ничего, в прошлый раз нам стало плохо. Оставь все на столе, мы с тобой по-быстрому найдем ключи, поиграем с этой марионеткой. И все, и больше сюда не ногой. Ладно, шучу, на самом деле я сюда ногой еще как. Слушай, марионетка, а как будет это, горячо-холодно? Ну-ка, горячо? Холодно. Окей. Да, в смысле холодно? Да, значит, нам не здесь, нам нужно пробежать весь дом, и тогда мы пойдем, где холодно, где горячо. Так, что это за комната? Какая-то... О, господи.
Ого. Туск, давай не будем разделяться, пожалуйста. Ну куда ты уходишь? Ну ладно, не будем, так не будем. Ну-ка, здесь холодно или горячо? Теплее. Значит, мы идем куда-то в правильном направлении. Погоди, здесь. Ну-ка, здесь. А здесь пусто, кстати. Холодно. Да блин, а где? Куда идти? Теплее. Он, походу, в подвал хочет. Иди сама, мне так страшно. Испугался, а, понятно. А марионетка, а что это за коллекция этих аниматроников? Горячо, сундук. Так, здесь есть маска какая. О, здесь есть маска Фредди. Ну-ка, давай, и тебе одну масочку, и мне одну масочку. Ну-ка, давай, держи. Я пока раздеваю его. Погоди! Боль. Она нас закрыла. Слышь, а ты зачем закрыл-то нас? Посидите пока что, поищите ключик. В смысле поищи? Так, окей, ключик. Может быть, оно где-то у них в руках должно быть? Так, окей. Огниво, тортик. О, я вижу ключ. Может быть, погоди-ка. Давай, бери. Да я пытаюсь взять. Так, я взяла микрофон. Нет, стоп, это не то, походу. Погоди-ка, это значит не то. Мне надо понять, у кого-то из них есть ключик. Скрэч, точно много. О, вот этот выглядит необычно. Ну-ка, ключик, марионет. Марионетка, ну-ка, давай, открывай нас, мы нашли твой ключик. Давай-ка. Микрофон еще один. Ты не надевай эту штуку на голову, стрёмно выглядишь. Почему стрёмно? Зато он считает меня одной из своих. Ключик покажи. Вот он. Выходи. О! А ключик тебе сразу отдавать, либо в конце? В конце. А сейчас давайте поиграем в прятки. Прятки? Ладно, хорошо, какие правила? Ты чё? Что? Я даю ему 10 секунд спрятаться. Окей, понял. Скрэч, беги за мной. У меня есть план. Я тут видел отличное место. Скрэч, давай сюда. Так, сидим. Все, сидим. Ну-ка, Скрэч, ты что делаешь? Ты прорубил окошко, что ли? Да. Ой, свет, где-то свет. Погоди, где свет, а где? Я его не вижу. Я его не вижу, погоди. А где он? Я его вижу. Я чувствую ваш страх. Куда уйти? Погоди, он где-то здесь был. Тихо, сам ты. Погоди. Он где-то тут. Погоди. Я чувствую, он где-то здесь. Вот он. Может, подковать его? Ляг. Какой я и так лежу? Тихо, не ори. В этом шкафу. Скрэч, нам тупо с тобой повезло, потому что здесь висят вот эти вот, вот эта вот фигня, что это такое, оно висит. И он нас не увидел, если бы он нас увидел, так, погоди, я ничего не вижу без факела. Если бы он нас увидел, то нам бы все, нам бы хе-хе было, ты понимаешь? Мне кажется, это полотенце или плащи чьи-то висят здесь. Ты потише говори, он сейчас услышит нас, ага. Все, давай менять место. Он пришел оттуда, значит, нам туда, Флоск, быстрее. Так, нам нужно с тобой куда-нибудь. На второй этаж. Давай в нашу комнату, помнишь, там шкаф. Какой был? Мне в картину входил. Отличный шкаф. Что? Ты хочешь в картину зайти можно было? Все это время? Вообще-то да. Так, ладно, и где ты тут хочешь спрятаться? Погоди, здесь вроде бы можно было вот тут спрятаться. О, на месте, все, лежим. Давай, лежим, иду. Только мои ноги торчат, блин, посмотри. Ну так не лежи, а сядь в угол, все, садись. Где-то здесь, наверное. Где? Тихо. Я вижу. Да не ори. Тихо, страшно. Хорошо. Тихо, не дерись, да мне страшно, я... Ты что, меня напугал? Куда ты ходишь? Вниз, давай валим, куда-нибудь валим, пошли. Погоди, здесь мы были, здесь не надо, нам нужно куда-то спрятаться, нам нужно куда-то спрятаться. Погоди, нет, тут очень нормально, ванна, давай, оп, блин, не могу запройти. Я в дырке, давай, все, нормально. Ложись. Я лежу, да погоди, много места занимаю, все, посидим. Я Вам надо до утра выйти из дома. В смысле до утра? Скажите, вставай, я не могу из-за тебя выйти. Сейчас я проверю, что он. Давай, пошли. Ну иди, ты слишком плохо, ты мне мешаешь. Погоди, его смотри, место. Где место? Плохое место, я твои ноги вижу. Ладно, оставайся здесь, я тогда пойду поищу какое-нибудь другое местечко. Мне нужно придумать место, Скрэчи, быстрее. Нам нужно найти хотя бы один ключ. Мы не можем найти второй. Чего? Смотри. Вот там и сиди. А мне нужно найти ключ, ибо хотя бы я подумаю о том, как нам отсюда выбраться, понимаешь? Нам нужно отсюда как-то выбраться. Нам нужно... Вот здесь бежит! Все, неважно, пока ты меня не найдешь, ты меня не найдешь. Все, я спряталась. Флоска, я иду за тобой. А если ты его с собой привел? А, не, нормально, все, его не было на хвосте. Раз тут нет, тебе показалось. Он поверил нам. Слушай, марионетка, мы не можем никак найти еще хотя бы второй ключ. Может, ты дашь нам какую-нибудь подсказку? Он на втором этаже. О, мы на втором этаже пойдем.
В нашей комнате. Ты его что, не видел, что ли? Нет, он не видел. Он в комнате, алло, ты что, не видел? Я, кстати, нечаянно ключ поставила. Где? Ты ключ тут нашел, где? О. Эй, марионетка, слышь ты, мы нашли второй ключ, что дальше? Ой, какой он страшный, на тебя похож. Смотри, на меня похож, на тебя он похож. Мы нашли, о, миленький. Последний этап. Так. Мы должны выключить весь дом за 3 минуты. И время пошло. А если не успеем? Куда он пропал? Так, ладно, самое первое, что мы с тобой видели, самое первое. Так, в этой комнате. Я поняла, они находятся под ковром. Ломай ковер. Ага, молодец. Ломай. Так, бежим. Подожди, что-то еще светится, по-моему, или не? А, не, показалось. Не, показалось. Погоди, там в подвале еще что-то светит. О, вот это надо выключить. Так, выключили. О, в подвале. В подвале светит. Погоди, а что светится в подвале? Я не понимаю, что светится в подвале. А, во, вижу, тут просто еще один. Опа, выключили. О. Что, полдёжненько? Так, факел главное в руках держу, а то ничего не видно. О, у меня рационовый факел есть. Так, хорошо, вот так, вижу. Здесь что-то светится. Здесь у нас свет, нормально, выключила. На втором этаже тут темно. Так, в этой комнате свет. Так, где-то под плитами. А, стоп, погоди, не тут. Блин, нужно искать срочно, где? Вот с этой стороны больше света. Все, я нашла. Вот эти вот штуки включены. Оно... Вот, сверху, что мы тупим? Прям сверху. Опа, так, сломали. Блин, капец, а если мы не успеем за 3 минуты? Сверху, зачем ты ломаешь по ступеньками? Вон оно. А, ну, что-то это зацепило, да. И здесь то же самое. Это ничего, эта марионетка не будет ругаться, то, что мы тут все переломали, как бы. Ну так и нужно же было сделать. Он не говорил ломать, он сказал выключить, а мы ломаем, выходим. А, ну да, логично. Вот факелай, черт стоуновый. Так. Я беру один в ручку, все готово. Так, погоди, мы что, с тобой все полностью выключили? Вроде бы все, темно, да? Вроде да. Давай факела уберем. На первом этаже, погоди, на первом этаже. А, хотя да. На первом этаже что-то светится. Погоди. В главной комнате так. Выключила. Тут что-то еще где-то. Погоди, где-то тут что. Вот, вижу. Вижу под наковальней. Так, хорошо. И вот здесь, а вот. Марионетка, сколько один? У нас времени осталось? Осталось 15 секунд. 15 секунд? Погоди, тут что-то светится. Так, выключила. Все, выключено выходит. Так, вот тут что-то светится немного, все равно, смотри. Давай так, сломали. Все выходит? Выходит все? Ну, вроде весь дом. Давай проверим быстренько, пробежимся по комнатам. Так, погоди, вроде бы все выключено. Мы справились? Я тут. Так, ну чё, мы выполнили твое поручение. Мы выключили весь свет, смотри, весь дом темный. Ну и чё, давай нам третий ключ, мы выиграли. Он у меня. Передавайте сюда. На, держи. Мне кажется, он нас обманывает. Да не обманывает. На кой тогда ему с нами играть? Он просто любит поиграть. И что теперь? Вы выиграли. Теперь вы можете уйти. В смысле уйти? Там же двери, обычные двери. Ладно, хорошо. Все, мы поняли, скрытыми.